Детскую площадку под названием «Маленькая страна» планируют разместить на пустыре. По проекту здесь разместятся горки, качели, карусели, турники, а также скамейки и урны. Как говорят жители микрорайона, место очень подходящее. У нас микрорайон Алексеевский с каждым годом все больше и больше становится. И детей все больше и больше. А гулять детям негде, поэтому нужен обязательно нам этот парк детский. И дети просят, и придумали это название «Маленькая страна». Проголосовать за свой проект жители микрорайона смогут уже в это воскресенье. Счетная комиссия расположится в Доме культуры Алексеевский, детской поликлинике, а также по адресу улица Таежная, 53.